интернет. С вами Ино, и сегодня, мальчики и девочки, мы вновь погрузимся в мрачную атмосферу прекрасной игры Little Nightmares. Я вновь буду рассказывать вам сказки, которые будут сниться вам в кошмарах. А все благодаря вашей активности, так что не забудьте поставить лайк этому видео, и, возможно, я еще что-нибудь интересненькое по этой игре для вас найду. Ведь чрево таит в себе множество секретов, а очередное DLC выходит уже в ноябре. Сегодня я хочу, чтобы вы еще раз обратили внимание на повешенного в начале игры. В игре есть картина, доказывающая, что он никто иной, как красный, или же, как его еще называют, восковой швейцар. Пользователь Reddit под ником NullSharp осветил некоторую информацию, позволяющую по-новому взглянуть на тайны чрева. Я оставлю ссылку на пост в описании, там много интересного, обязательно гляньте. Именно эта картина показана в игре. Также этот персонаж был показан на презентации игры на Gamescom 2016 года. Именно комната с зеркалом является очередным подтверждением наличия этого персонажа в игре и отсылается к тому, что было показано на презентации. Швейцар наблюдает за людьми по ту сторону зеркал. Но почему он повешен? В комментариях к прошлому видео писали, что его повесили за ненадобностью, но что если все не так? Что если он все-таки совершил самоубийство или же был убит? Сейчас разберемся. Как бы там ни было, подле него лежит письмо, некое загадочное послание. Такой же конверт можно обнаружить в комнате хозяйки, той самой женщины-гейши. А вот и оно. Но есть ли связь между гейшей, шестой и швейцаром? Создатели игры намеренно оставили модель швейцара безликой. Как я уже говорила ранее, есть предположение, что этот человек – отец шестой, а гейша, будучи матерью, по предположениям, была с ним в отношениях. Но ведь в комиксах она показана в городе! Шестая не может быть связана с чревом изначально, скажете вы. И тут у меня найдется ответ, но об этом чуть позже, а пока что хочу отметить, что у гейши, помимо шестой, есть еще трое детей. Взглянем на это милое семейство. Приглядитесь к лицу повешенного. На первом портрете его лицо напоминает что-то наподобие кишков, а на втором у него на голове мешок. Это всего лишь теория, но, возможно, у шестой есть братья или сестры. Но их лица были искажены. Их дождевики очень похожи на тот, что носит сама шестая. Также эта теория предполагает, что на портрете хозяйка изображена именно со своими детьми, хотя не исключено, и к этой теории я склоняюсь больше, что все-таки эти женщины предыдущие хозяйки чрева. Все представленные портреты можно найти во владениях хозяйки. Например, того же повешенного и его предполагаемой дочери. Полагаю, что гейша убила своих детей, не выдержав такого уродства. Вполне вероятно, что и сама хозяйка некрасива лицом. Хотя и душа ее, впрочем, не так уж и прекрасна. Поэтому и скрывается за маской, одержимая внешней красотой. Став свидетелем такой жестокости, вполне вероятно, что отец шестой упрятал малышку от чрева в какой-нибудь деревушке или, скажем, городишке. Вот и ответ, почему в комиксах девочка находит себе приключения не на страшном судне и начинает свое страшное путешествие именно в городе. Узнав же о предательстве мужа, гейша превратила его в чудище, что обитает в Зазеркалье. За пределами чрева шестая больше выживать не могла, а судьбу ее уже было не изменить. Ее забрали на чрево, дабы цикл не прекращался. И все же вопросов остается еще достаточно. Что же говорится в том послании? С какой целью оно было написано? Почему создатели оставили повешенного без лица?
Кто знает, возможно, мы еще найдем ответы на эти или на другие вопросы. Или после DLC их появится еще больше. С вами была я, НО, ищущий истину переводчик. Ставь лайк, подписывайся и поддержи переводчика на Патреоне. Недавно на моем Патреоне появились некоторые новые бонусы для вас, мои дорогие подписчики. Теперь вы можете определить тематику последующих видео. Или даже попросить меня перевести какое-то конкретное видео. Но и от простой поддержки я не откажусь. Все-таки хотелось бы уделять каналу больше времени. Ну а на этом все. Еще услышимся!